Ребят, всем привет! На канале Частный дом. Ну, сейчас у нас наступила, получается, весна. И вот круглый год, вот что мы делаем? У нас всегда скапливается вода в бассейне. Получается, на дне. Вот, что я делаю? Вот эта вода у нас днем, получается, растаивает. Вода эта. А ночью у нас она подмерзает, потому что ночью у нас холодно, там минус 5, минус 10. Вот чтобы сохранить эту мозаику, да, мы, в общем, это, пенопласт сюда я ложу, чтобы когда идет непосредственно, в лед превращается, чтобы он давил на пенопласт. Ну, вот так вот я делаю. То есть, ну, и вам, ребята, советую делать так же. А сейчас мы просто воду сольем, пробку эту открутим, и все. И она, вот эта вода талая, пойдет в грибную яму. Вот и все, вода пошла. Здесь сеточку надо сделать, чтобы лед не... Видите, он сейчас маленько все грязное здесь. Вот надо будет керхером мне пройтись, все. Вычистить все это дело. Ну, вот этот налет. Вот здесь вода была. Вот ее просто вычищаем потом. И она такая же будет чистая. Еще смотрите, вот, ну, у кого, допустим, бассейны, да, вот бетонные, что они делают? Они заливают воду. Воду заливают прямо. Чтоб прямо замерзла. Вода замерзла. Это делают для того, ребятам, чтобы когда идет пучение, да, чтобы не выдавило. Грунт, чтобы не выдавил, вот тяжесть, чтобы давило. Вот они вот так вот делают. Вот из-за этого они воду наливают. Ну, потом вот эти специальные там компенсирующие вот эти бутылки там вот эти ставят, чтобы когда расширение было. Но я так не хочу делать. Так как я уже понял то, что для того, чтобы так не делать, что нужно. Чтобы воду сюда не заливать. Потом эту прошлогоднюю воду надо будет выливать. То есть это... Ну вот одна женщина спросила меня, это же, говорит, очень опасно. Да, стеклянная мозаика опасна. Если не предусмотреть много нюансов, тогда все будет нормально. Ну ладно, ребята, всем пока.